Привет всем, друзья! В данном ролике покажу несколько очень полезных идей, которые могут пригодиться практически каждому мужчине, у которого есть шуруповерт, болгарка и который знает, как с ними нужно обращаться. И для первой идеи нам понадобится обычный компакт-диск, а далее вы сами все увидите. Всем приятного просмотра, поехали! Ну что ж, друзья, первая самоделка уже готова. Делал я ее изначально как эксперимент, но сейчас уже вижу, что идея вполне стоящая и довольно-таки надежная. Несмотря на гибкость и колкость диска, после приклеивания с обеих сторон наждака на тканевой основе, диск стал гораздо жестче и практически несгибаемым. Идея, я считаю, вполне годная и, замечу, вовсе не опасная. Хотя многим может показаться иначе. Но каждый, конечно же, имеет право на свое мнение. И мы переходим ко второй самоделке. Использовать будем для нее старые пассатижи, которые уже не жалко переделать под что-то новое, для расширения их, так скажем, возможностей.
Ну что ж, всего каких-то 5-10 минут рабочего времени, и из простых испорченных пассатижей получается такой вот полезный инструмент, как съемник штопорных колец. Также при надобности к этим пассатижам можно изготовить еще несколько видов разных съемных губок для использования их в качестве тонкогубцев, круглогубцев и, в принципе, любых видов губок для своих нужд. И в качестве последней самоделки я буду делать один интересный девайс для шуруповерта или дрели, который поможет сэкономить кучу свободного времени, а также добавит положительных эмоций при работе с данным инструментом. Итак, как видите, самоделка вполне рабочая и имеет место быть. Несмотря на то, что небольшое биение все же присутствует, но думаю, это все из-за дешевого китайского удлинителя для бит. Надеюсь, вам понравятся данные идеи и кому-то будут полезны. Всем спасибо за просмотр. Пока!